Здравствуйте, дорогие мои друзья. Случайно тут я наткнулся на одну идею. Оказалось, что эта идея уже давно известная, и я ни в коем случае не претендую ни на что. Я просто хотел эту идею испробовать, и что из этого получилось, вам показать. Идея заключается в заправке различных зажигалок газовых, обычных, в том числе зажигалки для газовых плит и так далее. Ну, то есть, есть потребности в заправке зажигалок. Обычно для этого используются вот различные такие баллоны для специально для зажигалок. Здесь наборы различных насадок и так далее. Сколько я не пробовал заправлять вот таким баллоном, все равно газ летит во все дыры, и, в общем, заправка получается неудачная. А вот идея заправлять зажигалки из стандартных туристических баллонов меня заинтересовала. И сейчас я буду делать, а заодно вам покажу. Может быть, там какие-то нюансы вам и понравятся. Для этого потребуется шприц, лучше 20-граммовый. Ну, собственно, здесь требуется из этого шприца только игла. Но сам шприц тоже пригодится рыболовам на всякие нужды, о которых мы поговорим попозже. Пока мы вернемся к игле. Что она из себя представляет? Это, собственно, игла, вставленная вот в такую пластмассовую штучку. Эта пластмассовая штучка очень хорошо одевается на газовый баллон. Единственное, что не дает ему осадиться до конца, это вот это... Это вот эта юбочка. И больше, собственно говоря, ничего. Нам необходимо обрезать немножко эту юбочку и вытащить иглу. Ну, эта юбочка отрезается очень легко любым ножом, можно канцелярским, любым острым. Где-то примерно 2 мм мы отрезаем. Вот все, у нас получилась вот такая вот штука. Теперь нужно вытащить иголку. Для того, чтобы ее вытащить, нужны плоскогубцы. А можно попробовать и сделать по-другому. Медицинская игла легко гнется, не ломается. То есть мы ее сгинаем примерно под прямым углом и выворачиваем вручную из этого пластмассового наконечника. Но это не всегда получается. Иголка может отломиться. Проще это сделать, конечно, плоскогубцами. То есть берем и, собственно говоря, выворачиваем эту иголку. Вот таким вот образом. Если вдруг случилась неприятность и вы не смогли до конца вытащить уплотнение иглы, то в принципе это можно сделать миллиметровым сверлом, пройтись, и в общем будет все нормально. Вторым моментом является то, что вот у этой иглы вот здесь вот есть
небольшие наплывы, их надо срезать, то есть сделать вот эту часть круглой. Это сделать несложно. Просто аккуратненько находим эти наплывчики и срезаем их любым ножом. Ну вот, получается от иголки вот такой вот наконечник. Здесь он сидит очень плотно. Но для того, чтобы он сел более плотно, можно по нему слегка ударить. Слегка. Оп, так вот. И все, здесь он сидит очень надежно. Вот сейчас возьму вот эту зажигалку, она в принципе-то у меня почти полная, но в ней лучше демонстрировать. Вот, одеваем, по диаметру она входит замечательно, и вот надавливаю, видите, идут пузырьки. Все, газ поступает. Ну, сейчас попробуем зарядить вот эту зажигалку. Это была сувенирная зажигалка из Адлера. Я давно ей не пользуюсь. Попробуем, как сейчас она сработает. Диаметр здесь примерно такой же. Ну, вот слегка. Все, шипение идет. И шипение кончилось. Зажигалка должна быть полная. Сейчас немножко газ остынет и проверим. Ну, эту зажигалку можно не проверять. Здесь и так видно, что газ полный. Но работает. Работает замечательно. А вот это, которую я не пользовался года, наверное, 2-3. Ну, прекрасно зажигается. То есть зажигалка заправлена. Ну, собственно, все, что я мог сказать. Не обязательно пользоваться вот такими баллонами. Вот, сделали насадочку на баллон, и прекрасно она себя чувствует. Крышка закрывается здесь. И можно пользоваться и для зарядки зажигалок, и по своему назначению, плиты и так далее. Ну и все. На этом я с вами прощаюсь. Ничего нового я, конечно, не рассказал, но я попробовал то, что советуют. Все работает замечательно. Всего, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, и на этом до свидания.